Как понять, что мужчина еще не разлюбил? Первое. Он в разговорах слишком часто, делаю акцент на этом, не раз в 3 месяца, а либо при каждом разговоре, либо 2, 3, 5 раз за вечер, он вспоминает свои прошлые отношения или вспоминает свою бывшую. Он рассказывает о ней, он рассказывает об отношениях, он мусолит вот эту вот грязной тряпкой по столу, туда-сюда, 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 сопли развозит и разводит. И чем больше вы его утешаете, чем больше вы ему сопереживаете, тем глубже вы с ним погружаетесь в это воспоминание о его бывшей. А еще один большой признак того, что мужчина находится мысленно в прошлых отношениях, это то, что его настроение, оно находится на состоянии либо нуля, либо тогда вот чуть-чуть ниже. Он постоянно в состоянии грусти, меланхолических каких-то настроений, у него какая-то апатия, вот у меня нет сил что-то делать, и вам постоянно приходится быть ему этим массовиком-затейником, ну давай, ну чувак, ну ты можешь, ну у тебя получится. И вот как только вы его растолкаете на это, у тебя получится, он обязательно свалит к своей бывшей, потому что он соберется силами, он уже сделает все выводы, вы ему расскажете, какой он замечательный, он пойдет туда, самоутверждается. Еще один признак того, что мужчина свою бывшую не разлюбил. И даже если он говорит, что да-да-да, я строю с тобой отношения, но если он сравнивает вас постоянно, а вот моя бывшая делала это хуже, чем ты. Ой, а у моей бывшей это получалось лучше, чем у тебя. Если эти фразочки проскакивают, мои дорогие, знаете, бывшая сидит в его голове еще очень плотненько. Она все еще там царица. А вы тут так на ролях Золушки бегаете, покрасить, побелить, пожрать, приготовить. Особенно это ярко видно, если мужчина не просто сравнивает вас с своей бывшей, а пытается вас подогнать под ее стандарты. Допустим, вы знаете, что его бывшая была блондинкой. И он вам говорит, почему тебе не перекраситься в белый цвет, ты бы лучше выглядела, а вам этот белый цвет идет как коровье седло, пардон. Вот, ты знаешь, моя бывшая любила брюки, а почему ты ходишь все время в юбках, в брюках женщины стройнее. То есть, если происходят вот такие вот вещи, вы точно понимаете, в голове у мужчины царит другая женщина.